Здравствуйте, обзор новостей спорта в эфире телеканала «Рифей Пермь». Готовь сани летом. Эта поговорка актуальна для российских горнолыжников. Сборная страны по Могулу начала тренировочный сбор в Кемеровской области. В составе команды три представителя нашего региона. Это Александр Смышляев, Регина Рахимова и Андрей Махнев. Все они воспитанники Чусовской спортшколы. Напомню, в прошлом сезоне Смышляев не выступал. Бронзовый призер Олимпиады в Сочи восстанавливался после травмы. А теперь намерен выступить на играх в Пхенчхане 2018. Пополнил копилку прикамских наград. На легкоатлетическом мемориале братьев Знаменских в Жуковском в число призеров вошел Павел Ивашко. На 400-метровке он показал лучший результат сезона. Его время 46,15 секунды. Работать еще много. Может, возвращаешься к своему уровню, по-моему? Да, начинаю потихоньку разбегаться уже. Поздно начал только. Мы планировали еще зимой выступать, но там приболел тоже и не смогли выступить. Вот сейчас потихоньку вот разбегаю. Напомню, еще две награды завоевали Елена Зуйкевич. Она заняла третье место на дистанции 400 метров с барьерами. И Константин Холмогоров. Он победил на 800-метровке. Соревнования по бегу, но в сложных условиях, традиционно прошли в Свердловской области. Это был марафон «Канжак-2017», уже 32-й по счету. Желающих выступить набралось более 2000 человек. Участники сначала поднимаются на самую высокую точку региона, это Канжаковский камень, 1569 метров над уровнем моря. Затем бегут вниз. Первую часть дистанции отлично прошел Роман Дедов из Пермского края, но к финишу он пришел только седьмым. А победил местный спортсмен Евгений Марков, ему достался главный приз – квадроцикл. Среди женщин лучший результат показала Олеся Нургалиева. Ранее она представляла наш регион, но теперь выступает за Иркутскую область. Впрочем, и прикамью есть чем похвастать. Валентина Перминова из Александровска оказалась единственной участницей 1941 года рождения. К финишу она пришла через 11 часов и 6 минут. У меня на этом все. Ждем развития спортивных событий.